температуры пока на тракторе нету. Ну что, я его только завел. Так что поедем пока без температуры. Ну, точнее сказать, потихоньку поедем. Сейчас заеду в огород, переставит мне надо там телегу маленький прицеп одновозный поставить в другое место, потом вывести там ПТС-ку. Ну вот так вот. Дверь я на тракторе не поставил, потому что не утеплил кабину. Зимой ездить на большие расстояния продолжительные я не буду. Если и буду заводить, то буду по деревне чуть-чуть прокатиться, снег почистить. Ну и так, мало-мало. Поэтому не буду, короче, я пока ставить дверь. Потом, может быть, среди зимы поставлю. Видно будет, как погода будет. Потом, может, завернут морозы. Сейчас погодка стоит. Ну, вчера снег выпал. Вот так и стоит. Тут кришнаитские владения. А это вот заулок наш общий. Заулок наш. Капот утеплил, вот одел. Ну, тут два половика. Ну, нормально. Там уже еще закрыт. Масло холодное. И чувствуется, как оно по-своему подвизгивает. Или, как говорится, поет свою песню. Вот сейчас сюда буду заезжать. Все, сдаю назад. Вон там прицеп стоит. Сейчас будем его цеплять. Снежком стажки запорошены. Красиво. Я люблю вот это все, когда еще снега мало. А уже подмерзло, слякоти нет. Ну, замечательная такая вот погода. Сейчас мы надо было подъезжать, штырь вытащить, ну ладно. Сейчас выехаю, поеду по треску цеплять там у родителей. Заехал я в огород к родителям. Где-то вот стога их стоят. Шлакотник вон там, вон. Три стажка. А это вот свежие. Возили с дедом. Там, в основном у всех больше скотинки никто не держит. Горбань Александр Степанович.
держал корову. Ну, я не знаю, что он остался. Избавляются так люди потихоньку от скотины. Так, надо мне сейчас сено вот там вот подтолкать. Лопатой сзади чуть-чуть подтолкнул. Ну, ближе таскать будет. Одёнок тут маленько подопрело. Да прошлогоднее сено. Сейчас мы поедем цеплять ПТС-ку. ПТС-ка стоит вон там. Вот оно, черное золото, перегной, сплошной галимый перегной после огуречной грядки.
я поставил телегу, быка колоть. Привязывать будем за рога, а вторую телегу там, за заднюю ногу, чтобы прибирать надо скотину. Все, на этом все сегодня. Олежке лопату ставить? Да, чтоб она не пристыла к земле. Не примерзла, что ли? Ну да. Что? Что ты нытик такая, а? Люди подумают, что ты замерзла. Трясешься вся. Ну, чтоб отпустили, чтоб носилась, как совраска.
Все, сливаю воду. Сливаешь воду? Там не видно. Ладно.